как тут много. О, привет! Саня, ты в порядке? Ты что курил сегодня? Привет, дорогой, любимый зритель Party Vision. Сегодня мы на Miss Magic Woman 2012 года. Мы будем мучить весь этот женский пол, который здесь сегодня будет маячить. Я пополз. Меня. Удачи твоему молодому человеку. Как тебе мама с папой сюда отпустили? Ты же им сказал, что ты на конкурс красоты идешь. Мам, привыкла. Ты надеешься победить? Конечно. За счет чего ты планируешь вообще победить сегодня? Чем ты занимаешься вообще? Как ты, что ты, петь любишь? Я раньше пела в группе. Почему раньше пела? Продюсер просто пропал. А, продюсер пропал. Самая любимая песня твоя какая? Самая любимая. Ты это вырежешь, ладно, что сейчас было. Первый раз встречаю организатора мероприятия, который трезвый. Расскажите, что сегодня за мероприятие, почему Miss Magic Woman? Miss Magic Woman – магическая женщина. Конкурс на вокал, на танец, на стихотворение, на репризу. Творческий конкурс с номинациями Miss Glamour, Miss Beautiful Body. Хочу дарить тебе цветы, хочу в любви тебе признаться. Хочу, чтобы рядом была ты, только с тобой хочу... О, а вы о чем подумали? Александра. Вы зачем краситесь? Конкурс это не для вас. Как же творчество? Это же великая вещь. Я же визажист. На ваших волосах это заметно. Конечно. Почему выбрали именно такой костюм на сегодняшний конкурс? Потому что это мой стиль. Это ваш стиль. Стиль, да, конечно, это мой стиль. То есть одеться, чтобы было незаметно, да. Я понял. А почему... Что значит незаметно? Это стиль. Это стиль такой, я не спорю, это такой стиль, да. Вы где одевались? Брендовые европейские магазины. Я одеваюсь чаще всего... Биберева. Конкурс у нас сегодня Miss Magic Woman. Да. Вы девочек всех подготовили? Да, всех подготовили, все просто... Все будут страшные. Обалдеть. Мы сегодня поржем, чувствую. А вы Эйнштейн на лице нарисовали? Эйнштейн? Каблуки сними. Снимай. Подожди, подержи меня тогда. Держу. Мне просто так как бы некомфортно. Она сняла свои ботинки, камелот. Я сегодня участвую в конкурсе красоты в качестве модели. Надеюсь. Да ты что, серьезно? Да. А я думал, побухать пригласили кого-то. Вы претендуете на первое, второе или третье место? На первое. Ты в этом платье будешь, да? Да. Это платье сделано из ткани, сделано талантливым дизайнером. И штор его делала? Мама тебе и штор делала? Давайте мы эту тему тоже опять-таки... Это было сшито, я же вам говорю, вот видишь... Тема, она... где я купила платье. Надеемся, то, что ты проиграешь, потому что первое место я займу я. Да? Да, да. А что с вами происходит? Почему вы дергаетесь постоянно? Посмотри на это все дело, сам будешь дергаться. Я кричал, но мой крик пеплом падал в ночи. Обернись хоть на миг, гаснет пламя свечи. Я бежал за тобой, сердце стук в западне. Я тебе все прощу, Богом данное мне. Что здесь будет сегодня происходить? Я в этом ничего не понимаю, если честно. Знаете что, что вы в жюри? Я? Конечно, я могу высказать свое мнение по поводу того или другого. Конечно, конечно. Но это ради бога, это... Маленькая девушка сюда смотрит. Да пусть смотрит. Тут тоже здесь Рома, он всегда старается найти какую-то изюминку. Он всегда находит что-то необычное, потому что это суперпрофессионал. Он знает, что надо, чего надо, как надо, куда надо. И это всегда самое профессиональное. Это как Mercedes и BMW, у них поток нескончаемый. Он работает всегда. Вы на программе «Давай поженимся». Вы зачем сюда пришли вообще? Кого найти себе? «Давай поженимся»? Ну, РТ, да. Нет, просто вставай, встанем, давай встанем, просто посмотрим, чтобы люди увидели вообще, как это. Нормально, да? Как зовут тебя? Меня зовут Анжелика. Конечно же, я пришла с целью победить. Это местные наркоманы тоже, да, попадаются здесь, вот. Скажем, нет наркотикам. Желаем тебе занять второе место, да? Первое. Первое уже куплено, второе стоит $700. Есть такие деньги? Третье стоит $300. Не будешь платить за место? Конечно. Нет. Ну, на обратный билет-то в Уфу надо же денег оставить. А, ты же знаешь, да, потом в это едем мы в Горки 9, потом все вместе.
На виллу, нет? Что ты натираешь там себе? Ножки. Встань. А почему у тебя платье-то просвечивается? Вот этот материал, я видел, знаете, на таких старых занавесках есть белая такая вот, идет обводка такая, окантовка, короче, на шторах таких. Ты шила? Заметно. Ты надеешься победить в конкурсе с этим платьем? Конечно. Оно же прозрачное. Вы что тут делаете вообще? Мы на показе. Мы бухать пришли. Ты обалдел? Ты откуда? Из Украины. Луганск. Луганск? А, это ладно, Луганск. Мы ее не снимаем больше. Ты думаешь, выиграешь? Надеешься? Чем ты занимаешься в свободное время? В свободное время я занимаюсь иностранными языками. Английский, итальянский. Давай, итальянцам передадим привет. Всем привет. По-итальянски? Итальянцам же? Нет. Ты в России не говоришь по-итальянски? Нет, только в той стране, где нахожусь. А что в тебе волшебного? Быстро говори. Почему Magic Woman должна выиграть? Что? Вот и подошло к концу данное мероприятие. Спасибо большое Роману, спасибо большое всем, кто сегодня посетил его, кто его посмотрел. Это было Miss Magic Woman, Miss Beautiful Body, мне лично нравится, Miss FM Cafe, Miss Glamour, ну и главная победительница, мы ее поздравляем от всей души. Привет, Упа. Она выиграла. С вами был Майкл, с вами было Party Vision. Всем пока.